прикол, почему у меня нет его. Он тебя спал. Сумоньте меня обратно. Вы уже поставили, что делать. Счет идет на деф и на рейд от Т4 и сакра паладинская. Надо за него бабу спросить. Мандалов вместо кого пойдет? Или чипсы спрятать? Че 6 секунд, мастер? А ну давай, да, чипсы спекни 6 просто и все. Чипсы. Спекнись. Кому отдать демонический камень души? Мне. Холи Палу отдай. Враска, ты в этом Брэдридже, да, здесь? Да. Клокер сдавай. Значит, Вага на боссе и ханте, я на этом, как он называется, блять, шамане, халфейн тащишь бабу. Там по прожимкам, смотри, ну с пула будет хуёвый момент, там сразу паладиновскую в куда тащишь. И как 5 стаков накопишь, халфейн дашь свою прожимку. А там дальше только на хилу, блядь, надеяться. Чё по хилам? Холи Пал, сидишь на Ваге. Медведа даешь и кирс сапрота обратно кладете. Рыбу тыкните. Дайте рыбку. Просто отец будешь меня хилить. А смотри, просто отец, чтобы просто отца в Вульф сон подхиливал. И еще этот помогает тоже Вагу подхиливать. Ну и кто хил? Луцинь там, япончик, что-то. Ты на шамане будешь? Фоджи будешь хилить этого, блять, Хелфейна. Все. А хочу чипсы. Твоя задача сейчас на цепихе по рейду. Рейду. Остальные хилы там. Через цепуху тоже. Я буду бабу, шамана тащить, бабу будет тащить Хелфей. Вот Хелфей звездочку. Крестик я тащу. Как убьете звездочку, заберешь квадратчик. Напомню, потом что, квадрат, да? Да, да, квадрат. Как заберете, квадрат заберете. Самое главное, с пула Вагу не пойдите. Хорошенько хилите волной или какой-то залуп. Вульфсон готов? Не, каску надо. Ну только дайте каску по шаману, по паладинам. Готов? Угу. Давайте отчет. Да, отчет. Кончик дымный на КП, но все нормально. Нормально. О, Берти сразу. Геру не надо давать. Ну, вообще, да, Бладласт надо будет.
Командирский крик точно есть. Тебя главное захиливать и просто отец с мусором. А хп крик по КД обновлять. Да, он сможет. Мелики, кто проебется на звезде, он будет очень плохо, я сразу же. Три секунды до звезды. Не анонси, не надо. Да заранее не слышу. Мосс, встать можешь? Вы опоздали, Ким? Я сказал, что я сдаю, я не знаю, зачем. Он не стакается. Потом мы обсудимся. Нормально все у нас. Хватит ронять ддшек. Девять секунд. Отца откатит. И у чипсов потом через 30. Чипсы. 500. Павлю ТТМ. Если сопрота не пьем, то надо усилки в хп хуярить. Да мне
Тему вообще не дамажит. Мне просто кажется, надо просто чекнуть информацию о смерти. Может, там звезда, блять, а потом... Ранжей. Звезда. Это там 27 тысяч бьет. Прикольно. Сейчас подождите, разрулят, подойдут все. Engine на танк, да? Ты пипончик, наверное, хоть бы какой-то бы взял бы, но попробовал вообще любой. Что? Любой кусок пока взял бы второй. Ну, я по-прежнему жму в спек. Мне как бы что, у меня мейн спек ШП. Я уже говорил, что мне нужен второй кусок. Я понял. Все думали, отдают какому-то Будапешту, которого присумонили типа перед боссами. Ну окей, я молчу. У него приор есть, и это его уже третий кусок. Какая разница, приор не приор, ДЦ нужен, мы на Джане дохнем как-то так. Вы сами жалуетесь на то, что у вас ДЦ не успевает скидывать читочку. Ну, смотри, башка, если никому не нужна будет, тебе и будет второй кусок. Хватит этому Будапешту уже, пускай уступает. Ну ему четвертый кусок вот остался после ног. Бля, окей. Я понимаю, только нахрена вар нам нужен, типа прокид от него какой будет. Вар все еще дамажит. Прокид бесполезен. Проще тебе не проще, типа спек поменять просто тоже. Думал об этом? Нет, я не хочу менять спек. Я мой спек. Что у нас постоянно новые люди, ты как на успех будешь уже собирать. Почему постоянно? Вот есть Будапешт, которому последний. Все. Ага, я по себе говорю, вон столько уже собирается постоянно. Еще раз говорю, вот Будапешт остались только плечи. Мейн спек, я не знаю, там дальше тут не то. Мы сегодня плечи не упали. К сожалению. То есть у тебя приста где-то смысл для этого спектра, потом блять на мои бывает. Я тут согласен, типочку. То что типа РЛ знает, что нам ДЦ нужен. Смотрите, вот у меня логика очень простая. У меня мейн спек ШП. В каждом рейде я в ком ДЦ. Ну и как бы вы жалуетесь на, в прошлых и позапрошлых рейдах, что ДЦ не успевает раскидывать щиты и типа поглота не хватает. Окей, дайте мне Т5, второй кусок. Войт уже один уступил, респект ему за это.
И типа, что вы хотите? Я не знаю, будет больше варов одет, будет их меньше, будет больше навозить. Не очень важно. Слышишь, она и в вечернем не убивается, так что переживать не за что. Ну, дословно, это единственный вар в ДВРА. Другие два вары — это Твинки, Фарада и мой. А это именно мейнчейт. У тебя кусок, я же говорил, вот голова. Скорее всего, никому не нужна. Вот да, ты соберешь себе новспек. Я же говорю, я молчу. Я до этого вообще не возникал, пока меня не спросил. Ко мне в раз спросил, я молчал. Я думал, ты чисто грудак, потом и спросил. Нет, у нас не конфу. А престол сколько кусков упало все? Два. Меньше? Да, вот опять все забрал. А моб заявился, что ли? Он на санте. Нахуя вы туда собаку отправили, я не понял. Хорош. Что я делаю, блядь? Баня. Кто собаку отправил? Блять, сколько тихон? Альфа в 4. Как а вон, там. А он знает, он написал. А трэш убить, да? Гордостью умереть, ну что тут не то сделать. А, чё началось-то опять, блять? Сука. Кто приморозил Петра, что ты придумал? Чем ты вообще туда пошел? Все стоят у ворот, стой у ворот. Нахуя ты шел туда, где тебя приморозило? Там я, блять, за трэшем пошел. Будешь сопротивляться? Кто как кричал, вы заебались, серьезно? Из рейда в рейд туда прутся какие-то люди, отправляются пэты за танками, непонятно зачем. Вась, снимай диван, масрез. Шустрей. Давай про никого не достанет, тоже, кстати. Красавчик. Такой хуфейный хит. Что есть? Феноменально, блять. Вообще все ГП за это жалуетесь, он сейчас тоже получит. Расслабьтесь, трэша ГП нету. Ай, рейда. Резайте оставшихся. Пулить ничего не надо. Покрест.
Advanced. Бага очень ты добренький. Не добренький, я хочу рейд закрыть и забыть про него. Давайте, мы успеваем. Рогу, Сантей. Лрэй, Сантей, скорее поднимайте. Сантей поднимали. Не встаю. Пускай вставят, пускай встают, блядь, труп. Сейчас вводят с пулю. Упали быстро. Диван есть. Чё, соберитесь. Под лицо босса зашли. Чё, опять тут опять опустил? Да нет, на тебя сагрился Мурлок слишком близко к боссу. Там никого вообще не было, кроме тебя. Резать хилов в первую очередь. Остальных мана-юзеров. Быстрее поднимаем рейд. Теряем время впустую. Галю резаю. Чипсы резаю. Пожрать магии есть? Кого-то резаю. Нет, не резаю. Эйджерс. Он стоит. Рыб стоит. Праведная, вруби. Да, забыл.
Долорус на боссе, мы сводим на трэш. На баф пул. Рыба была? Да. Где за столбом там? По центру была рыба, а я уже нет. Да ладно, похер, без рыбы убьем. За колонну все встали, кроме... Бага, ты как кидаешь? Сейчас, да. Приста дать. Все, кроме танка, за колонну. Уйдите, сейчас коста нет. Я первый. Первый будет. Может, чуть глубь? Давайте, был. Thank you.
23. Эту последнюю пачку сливаем. А эту сюда выключил. Блять, заморозило. А дайте еще одну геру. Морозит. А ментально здесь понятно. Чё? Где фрутхор? На фукаше. Понимаю. Экспресс доставка на Нидруса. Undead Worm, ты здесь? Куда идти-то я забыл. Нагрелся. Ты не туда, если ты звезда, ты не туда идешь. Нормально ты гребел. Листы, что ли? Много медведей. Зачем вы здесь поднимаетесь, если там быстрее? С утра ж бить его. В Дискорде проверьте, Undead Worm есть с нами, нету? Этот трэш исчезнет. Радвар, кольцо РПБ хит ты забираешь с Гидроса? Или нет? В личку мне напиши, если говорить не можешь. Это полный аналог кольца с Кельтасом. Полчаса убьем двоих? Да, убьем. Так, Кирса на замену. Норсит тут. Нормально. Не он один проебался, давай. Да Undead Worm по приорами заберет кольцо. Она работает. Она сейчас работает на дому. Возможно, она это попроще. Я так, брейд поставить, думал.
Моса, у тебя ЛМ нормальный дамажит? Можешь, не можешь? И вообще там ДД спек какой-то есть меняемый? Долог, короче, в рейд Моса в ЛМ тогда. На этого босса в ком. Также останешься. Что-то вы выйдете, маба. Барбар вроде научился в прошлый раз. Санта, ты где лазишь? Че, Хеллфейн на боссе, да? А нет, на боссе я... Рыбу поставил? На трэше ты... Джипса поставь, ты видишь? Это Диморус, я слева, ты справа. Долог саманули, нет? А у нас локи еще бежали. Сложно самонуть, если еще керс в инсте. Керс уже офнутый вроде. А, да, офнутый. Опять на ФК. Перебегать в курсе, да, все? А секундочку, можно кошку покормлю? Да, лок ждем. Еще на пул, на баф. Япончик, ждем и пулим. Я готов. Ауру от льда, огонь здесь не нужен. ДК на боссе. В боссе я напали. Войт и ДК на трэше. А, Бладласт. Перевожу.
Перевожу. Перевожу. Зубы по мне дай. Просто дамажим босса, добиваем. Добейте. Вопрос. То самое или нет? Хуй знает. Парнель на вайш. На, короче, кое. Меткость РПБ. Да, то самое. Энджи, вставай, я тебя ресл. Ну, он отпукал, по-моему. Нет. Меня удобно.
Значит, мы с Делорусом на боссе. Я с ним босс на первой фазе мой, гвардейцы потом мои. Делорус, ты знаешь, что вот людей по меткам. Еще раз Вага не расслышал. С тебя страйдеры на второй фазе, соответственно, ну потом ретаунтить будешь. Понял. Сегодня вообще дела плохи. Они сначала в РП, они же по нашему времени ходят. Все это время себе вообще в РС. Кого? У старика. Я вообще его там еще даже не мог убьем. Да, у меня там есть один шпион. Тут Вагна сидит. А? Вагна сидит. Ну, могу и в Дискорд зайти, но у меня там шпион есть. У меня брательник, типа, в его гильдии. Я ему пишу, типа, чё у вас, как дела? Он говорит, мы в РСКМ пошли сегодня. Окей. Мы уже два рейда проносим, я смотрю, он все еще в РС сидит. Меня спрашивают, что такое? Он просто даже не Япончик, потыкай метки пока. Сейчас потыкаю. Вдвоем. Какой людей распределить? Давай, давай, за места. Так, я начал слегка. Да. Я только перезайду, а то у меня интерфейс подходит. Ну блин, при условии того, что как мы сегодня вайпаемся, по времени мы успели закрыть два рейда. На самом деле это хорошо. Какой метки? Еще не распределял. Понял.
Че, перекур дали, да, или что? Нет, никаких перекуров. У нас осталось мало времени, делаю чек на присутствие, чтобы распределять людей. Хлофейн, Эл Рей, здесь? Хлофейн отошел, ему ничего знать не надо. Распределяй людей. Просто отец, стоишь в черепе, Вульфсар похилишь в кресте, Луцинь квадрат, Далок луна, я постою похилю в трусах. Так, Даркес, стоишь в черепе, классная, крест, Эдвенс квадрат, медведаешь луна, хочу чипсы, трусы, Сантей. Сантей. Давай тоже в трусах. Скотт Дёргер. Луна. Халфейн. Понятно. Фьоджа. Не знаю, как правильно читается. Квадрат. Энджи. Крест. Войд. Череп. Фисяо. Трусы. Будапешт. Луна. Миксет. Квадрат. Редвар. Крест. Вагабунт, череп. Проня, трусы. Я танк. Ты чё? Ну, понятно. Проня, тогда ты, трусы. Эл-Рей, луна. Враска в черепе побудешь. Рыба была? Нет. Сбеги ты между черепом и крестом. Рыбу поешьте и пулю. Вообще на баф и пул. Может, он вот Дёргер, ты, по-моему, у меня стоишь как раз-таки в луне. Эрик, может кто-то анонсить, кроме меня? Прием. Я могу. Так, что там, все готовы? Еще раз, РЧ. Дайте по магам, МП5. Вульф, дай МП5 по магам. Блять, маг спамит, который МП5 у него... У тебя просто... есть хават. А, все, есть. Все, пул по отсчету. Допешит, выйди. Прохильте классную. Я понял. Она просто от дебаха сдохла, я вообще не понимаю. Опять не хилил. Войд, подними классно. Дебаф. Сейчас.
Не поднимать, короче. Это просто важный класс. Ну это шипы. Хорошо, медведы ешь, БР классную. Просто вставай после молнии. Зеленая луна. Страйдер сейчас выйдет. Медведоежики. Долго луки. Вышел большой луне. РДД свичнулись все. Луцинь, подними скот дергера. Прохер медведоеж. Где он бодается? Луна. В луне. Скот дергер в луне. Прохер, прохер, прохер. Прохер. Зеленая луна. Луна зеленая. Или свои метки не можете, что ли? БР еще есть? Поднимите Редвара. Энджи, поднимай Норд Легион. Лучше нет. Давай сказку тебе, Редвар, нет? Плюс-минус сейчас. Зеленые трусы. Зеленые, блядь, трусы. Метки Редва. О, линфы нахуй. Что у вас там всего? Падай, надо падать. Падаем. А тут надо, короче, саппорт пить, мне кажется, вот этим, кто не умеет теперь. Не надо им пить саппорт. Вот сейчас люди в моей метке были непрохильные просто потому, что они спускаются вниз и там получают урон. Я даже до них не знаю. Я тебе не говорю. Я типа похуй, я хилю сам. Кто падал? Хант, маг, кто еще? Рок. Идите у силки перекидывайте их. Не, вот сейчас вот объясни мне, пока зеленый мне подниматься, чтобы меня похилили, я сдох с порченной мармой. Тебе вопросов нет. Тебе вопросов нет. Ты сдох с мармой. Луне, в луне дала, уронил, блядь, троих, по-моему. Да, если я правильно. Сегодня давать, нет? Да, мы будем сейчас убивать, никто никуда не уходит. Я предлагаю вам быстренько перекинуть силки в ХП всяким магам, рогам. А я предлагаю просто к хилу подходить к краю и хилить. Рассказываю, как должно происходить. РДД вниз не спускаются, они стоят на платформе. Милики спускаются вниз только на зеленого слизня. Ну, блядь, элементарно не слизня. РДД же не спускались вниз. Если это не пал, только надо говорить. РДД как раз таки спускались вниз, непонятно зачем. Блядь, а нахуя вы спускаетесь вниз, я не понимаю. Кирс, ты с нами, нет? Я не знаю, ну... Им не хватает крыши, но они вплотную прошли. Норси, ты тут?
О, отлично. Заходи в рейд. Бронь, я тебя поднимал. Хилов-то нормально распределили по всем меткам? Да. Просто не знаю. Стоит у нас в черепе, Вульфсер стоит везде, Луцинь, Квадрат, Дала, Луна, я стою в трусах. Все. Гораздо удобнее, когда все, кто стоит в твоей метке, скидывают тебе в группу. Тогда ты не бегаешь и не ищешь, кто у тебя там стоит в метке. Какая разница, у хилов есть хилбот. Джин-человек. Дальность до человека. Я не поверю, что у всех этих хилов нет хилбота. Вот у меня нет хилбота, но я все равно вижу, такого не стоит, такого не стоит. Метки стою. А шо у тебя? Будапешт какой метки был? У меня экспресс стоит. Ладно, Норси, неважно, просто увидишь, где в меньше трусах народу, там встанешь. Ну, знаешь, в трусах будешь. Причем на баф пул. Вага, у меня свет выключили. Так. Это у кого? Кого? У мага. Мага у нашего алковата. Хорошо, что интернет на телефоне проплачен. Ладно, без него пулем не страшно. Ну, у нас один милик есть, он, если что. Хонда заменили. Вар есть, бери вар, это я думаю, не он... Вар меня предупреждал про время, поэтому я его отправил на замену. Так. Вера все еще нет, поэтому никто не подъедет. Напугайте меня активнее, потому что встанет сейчас стоит. Дергер вылетел. А, он говорил. Переход. Переводить. По меткам. Хилы повнимательнее, не роняйте народ. ДДшки вниз не спускаются, я уже говорил. Yeah!
гвардейц 5 секунд. Зеленый. Там Галуна. Страйтер. Гвардей сейчас выйдет. Черепи. Прохил Эй, Войда. Страйдер. Из трусов поднимается. Зеленый квадрат. Квадрат. Лурай пол хп, вы его, может, подхилите? Все хилит, переживайте. Последний зеленый остался. Гвардейц сейчас выйдет, еще один. Сыграйте по гвардейцам РДД. Хорошо, сейчас Страйдер выйдет, РДД, смотрите, где. Череп. Спите его. Трусы опять Страйдер. Закрывайте последний портал, Даркис. Портал закрыт, РДД сначала сливайте Страйдера, потом гвардейца, потом уже вот. Прохил танк. Раскрата. Сдержи МКшку. ДД, вверху скат. Все, босс. Дайте РДД центр за ней. Сливайте скатывание. Подойди ко мне, сделай ретаунт. ДД, играйте по скатам. Кучу. Кучнее встаньте. Вон в лужу встаньте прям, пожалуйста. Не в зеленую. Ну они ж не дебил. Вага лут. Приготовились миликов хили. Все нормально.
дайте под оценку. Спасибо. Много дали. Быстрее по скатам, ребят. А Белла откатил, правильно? Мы его не сдавали. Рано еще. 10% будет, потому что... Ложе не стоит. Выйдите, выйдите. Бладласт. Забейте на скат, классная. Бей босса. Лужа. РДД. Говорю, лужа РДД. Advance. Дайте голову япончику, ёп. Сейчас так и будет. Аеф. А там эта голова не нужна, ва. Даркис, ты уверен в этом? Локутк нужен крит, что ли? Да на говно, если бы еще хотя бы кто-то носил. Дальше может быть. Че, охота будет? Раскопится. Спасибо. Вага, ты воронки раздаешь? Наконец-таки, ну забрал. Или нет? Типа дайте, пожалуйста, кто-то начисляет. Два человека, которые очень сильно хотели, 5 получили. У вас теперь будет нормальный ДТ. За Гидрус я начислял, нет? Проверьте. Не знаю. Ты же начисляешь. Сейчас. Всего 1700 было. Да, я за Гидрус пропустил.